Конструирование электроприборов, эксперименты с водой и интерактивные игры как способ изучения окружающего мира. В детской библиотеке имени Пушкина начали работу новые развивающие площадки. Очередная неделя посвящена законам окружающей среды. Юные гости библиотеки смогли попробовать себя в сборке электрических цепей, изучить новые игровые объекты и увидеть воду под микроскопом. У нас сейчас проходит целая серия экспериментальных творческих площадок. Ребята пробуют, узнают на практике самые разные области, то есть получают самые разные знания. В центральном корпусе библиотеки юные читатели участвовали в играх с электрическим конструктором. Первая наша площадка была настроена на электрические чудеса, ведь электроэнергия окружает нас повсюду. Ребята привыкли включать телевизор, да, смотреть ноутбук, разговаривать по телефону, и при этом они не догадываются, откуда появляется электричество. В рамках этой площадки дети смогли собрать действующую модель радио, сигнализации и вертолета. Также гостей библиотеки пригласили принять участие в играх с интерактивным полом и песочницей, которые помогают в объяснении законов природы и положительно влияют на координацию. Эти площадки как раз помогают нашим детям в комфортной и интересной обстановке узнавать много нового и интересного. В филиале номер 2 тоже работала игровая площадка. Вместе с сотрудниками библиотеки дети самостоятельно провели эксперименты и изучили свойства воды. Саровская вода – это наш бренд, и мы решили посвятить отдельные, даже две площадки по этому направлению у нас работают. Ребята пробуют воду и на вкус, и сравнивают саровскую воду с другими, с водой из других регионов России и проводят различные эксперименты с водой. Неделя изучения окружающей среды проходит в рамках проекта «Это твой город, это мой город». Мастер-классы, игры и встречи знакомят юных гостей в детской библиотеке с разными профессиями, науками и сферами общественной жизни. В течение следующих недель в детской библиотеке пройдут встречи с врачами скорой помощи и сотрудниками сферы благоустройства. Анна Разуваева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.